Армянская сторона передала Азербайджану часть села Шурнух Зангизурского района, на территории которой были расположены 12 домов армян. Об этом сообщил спутник Армения замглавы общины Гориса Минуа Авсепян. В рамках сверки границ эти дома вместе с прилегающими земельными участками отошли Азербайджану. Хозяева оставленных домов теперь переехали к родственникам. Кроме того, отмечается, что в настоящий момент сельчане собирают последние вещи. Азербайджанская сторона уже установила пост у въезда на свой участок села.